Приступим, в общем. Так, вот, входим, платим за вход. Во, 225 тысяч сняло. Сейчас показываю, как играть надо. Давайте еще раз пробуем тогда, что там. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Итак, друзья, всем привет. Сегодня в очередной раз я рассказываю вам о всей сути какой-то определенной работы на проекте Arizona RP Phoenix IP, а также мой никнейм в описании. Вот, ладно, давайте без лишних слов приступим, в общем. Так, ладно, давайте уже приступим непосредственно ко всему этому. Вот, едем. А сразу же хочу сказать, пока я еду, так сказать, 50 лайков на этой серии, и новое выходит сразу же завтра в 20:00. Вот, как бы я не шучу, 50 лайков, либо 50 дизлайков, либо 50 лайков, либо дизлайков. Блять, ну чё ты делаешь, долбоёб, ебать, куда ты по встречке едешь? Какой дебил, блять, ну какой долбоёб. Вон, кстати, уже центр занятости, недалеко совсем ехать до него. Бля, куда тут дальше? Вот, сейчас по мосту едем, блять. Ну вот мы уже и на месте, ехали совсем недалеко, немного. Сегодня мы поработаем на работе... Либо 50 лайков, либо дизлайков. Крупье. Я знаю, короткий путь, все нормально будет. Так, вот тут вот заезжаем. Да блять. Ладно, неважно, давайте по старинке. Так, ну вот, мы почти доехали до казино. Вот, сейчас я вас научу, так сказать, работать крупье, чтобы все у вас было хорошо, нормально в целом. Сейчас научу. Так, вот, входим, платим за вход. Дальше смотрите, как работать в казино крупье. Сейчас показываю. Запоминайте, то есть показываю один раз, не больше того. Вот, значит, заходим тут. Нам нужно купить фишки. Ну, тысяч давайте 20 купим. Бля, ебать. Ну, похуй, давайте 12. Блять. Ну, похуй, 10 давайте. Ну, похуй, не, давайте 2000. Давайте 2500. Во, 225 тысяч сняло. Сейчас показываю, как играть надо. Вот и там столы стоят, там что-то пацаны делают, играют что-то куда-то. Нам это вообще не надо. Мы заходим, вот, слоты, значит. Нужно искать, сейчас покажу с чем. То есть джекпот падает, когда у нас 3 семерки. Сейчас покажу, что искать надо. Так, если джекпот падает с 3 семерок, значит... Искать надо, либо 50 лайков, либо дизлайков. Ну, вон, это помидоры. Ну, вот, значит, депаем в казино 2500. Ставку сразу повышаем, то есть тут не по маленьким играем. И начинаем, так сказать, игру свою. Вот, и тут, то есть, стоим и вот так вот и зарабатываем, вот, на крупье. Вот это вот вся суть работы крупье. Сейчас я поиграю немного еще. Да, блять. А, я выиграл сейчас, я нормально. Да, блять. В общем, нам надо... Поднятие 4000, да блять. Ну сейчас тогда по мартингейлу будем. Вот, 300 давайте попробуем. Ну, давайте 400 тогда, ладно, что там. Ща уже выпадет. Так, 500 значит пробуем, ну сейчас выпадет уже скоро. Да бля, ну, давайте еще раз пробуем тогда, что там. Да бля, ебать. Ну, ва-банк, ладно, давайте пойдем. Во, отмазали, ну почти отмазались. Ладно, теперь можно начать заново немного. Вот, 200 значит идем. Да бля, вот теперь 300 идем теперь, вот. Сука, а. Ну, 400, ладно, давайте пойдем. Надо символы, чтобы дропнулись нормально. Сейчас, во, 2-3-300. Ну, все, мы сегодня в плюсе, так сказать. Можно и уходить с рабочей смены. Вот, стратегия Мартингейла работает. Все, мы в плюсе на 43 тысячи рублей. Можно уходить. Всем спасибо за просмотр. 50 лайков, либо дизлайков на этом ролике, и новый ролик выйдет сразу же. А пишите, на кого сделать следующую всю суть работы. Это была вся суть работы на крупье. Вот, всем до свидания.